Привет, дорогие друзья! Снова мы с вами. Хочу напомнить, мы находимся в Египте, город Хургада, отель Нубия. А сейчас мы вам хотим с вами прогуляться и показать, где есть еще один магазинчик. Есть такой маркет в сторону, допустим, если город находится слева, и там все магазины. Но нам подсказали, что есть еще и справа. И с другой стороны. Да, там получается вроде ничего как бы и нет, вот строящиеся здания, но там есть такой супермаркет, и вроде есть еще один отель, и мы с вами прогуляемся. Так, вот, ребята, мы встретили наших соотечественников, вот они позади нас, и они нам подсказали, что вот этот вот, это вот здание, второе от дороги, где вот стоят автомобили, это первый маркет. Если посмотреть вот наши корпуса, это в принципе не очень далеко. Но есть еще, они подсказали, получше, за желтыми зданиями, через 2-3 здания. Там комплекс, как он, они назвали там комплекс, да, что-то связанное с отелем, какой-то комплекс. И там говорят более-менее побольше ассортимент и пониже цены. И мы попробуем прогуляться до него. Так, ну вот, вот это Тибо осталось у нас с левой стороны. Мы зашли за него. Двигаемся прямо. Встретили араба. Спросили, он сказал вот пройти до автомобиля, повернуть налево. Прошли до автомобиля, повернули налево. И здесь ресор Акватропик. Тропик Ресорт и Аквапальм Ресорт и Аквамаркет. И вот здесь есть Аквамаркет рядышком, рядом с Акватропик Ресорт отелями. Сейчас мы быстренько здесь пробежимся и посмотрим, что здесь есть. Тоже, как видите, экономит электричество дорогое и идет экономия. Так, с левой стороны видим бытовой химии достаточное множество, всякой разной. Так, и обработка для рук, и духи я вижу, и шампуни, мыло, щетки, пасты. Ну, одним словом, бытовой химии, кто проживает в апартаментах, здесь предостаточно. Так, справа у нас шоколадки, конфеты и всего-всего. Так, хлеб. Здесь на бутерброд такие мазилки. Так, хлеба тоже несколько видов. Даже есть и черный. Интересно, первый раз вижу. Так, есть лук. Лук, картошка. Да, для бутербродов есть то же самое. Ну, не бутербродов, гамбургеров. Так, яички, молоко тоже есть, макароны, рис. Там даже термос продается. Так, помидорки, уксусы. Так, что-то здесь, не знаю, тут даже что-то готовят, моют. Ну ладно, не важно. Так, всякие разные баночки, не знаю для чего. Так, это чипсы. Чипсы, чипсы, чипсы. Лук, конфеты. Кофе. Сухие завтраки. Чайки. Так, холодильник, масло, вода, соки, лимонады, даже биры, пиво вроде есть. Так, ну вот такой вот обзорчик. Такой вот обзорчик аквамаркета при Акваресорт. Ребята, реально этот магазинчик, он подешевле, потому что вот воду я спросил, 11 литров получается, 18 фунтов, это чуть больше 1 доллара, как я и говорил.
Вода здесь с 15 до 20 фунтов. Нам обошлась 20 фунтов, а так она 15. Так что, в принципе, вот этот магазинчик можем рекомендовать. Мы купили бананы. Сколько бананов стоит у нас? 16. Бананы. 1 килограмм. Здесь 2 килограмма, 1 доллар. Молоко 1,5 литра. 1,5 доллара. 15. 1 доллар мука. 13. Килограмм. Так, смотрите, вот там 2. Сахар 0,8 цента. Угу. 5, килограмм. 4. 86. И взяли разрыхлитель тестом, потому что Катя будет пробовать делать здесь тортик. Так, и все это обошлось 86 фунтов. Это получается 1, 2, 3, 4, 5. 5 с небольшим долларов. Вот эти все нам покупки обошлись. Спасибо. Угу. Рекомендуем этот магазинчик, реально цены достойные. Даже лишний фунт дал. Все. Thank you very much. Вот, даже приятно. Вот видите, даже конфетки угостили. Все, thank you very much. Welcome. Да, да. Да, вот, ребята, помимо конфет, нам еще презент, потому что... Вот, welcome, да, welcome. Да, вот презент нам колу. И как нам шериф. Шериф? Шериф. Шериф. Yes, sir. Как Володя. Yeah. Володя, Екатерина. Катя. Я. Yeah. Шохран. 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 Спасибо. А, вот это. Давайте я расположусь еще. Okay. Возьму. Вот да. Это возьму. Вот, ребята, так что заходите в магазинчик. Гостеприимные. Очень хозяин. Я, правда, быстро пробежался по этим товарам, но в принципе здесь все есть. А, масло подсолнечное тоже есть. Ну, туалетную бумагу забыли, она тоже, кстати, присутствует. Так что все необходимые продукты для сосуществования вы здесь, в принципе, найдете. Он небольшой, но Thank you. Все здесь есть. Берите до нашу воду. Вот. Бонусы берем. Все. Thank you very much. Пока. Так, и магазинчик называется Aqua Market. Здесь, кстати, номер телефона тоже как бы присутствует. Так что заходите. В принципе, я пока. Так, я вот показал, где он находится, вот напротив Aqua Tropic. Ну и до нашего отеля, да, где-то примерно, не метров 500, не более. Так, ну вот прогулялись мы до магазинчика. И какие, Катя, впечатления у тебя? Просто в другом бы магазине, просто никто никогда там не дает никакое. Я сразу говорю, это презент, то есть это бесплатно, потому что сразу начинается, что типа дал, и сразу $1, да? А здесь да, недоверчиво. Что, бесплатно. Я первый раз, вот почему я не хотела брать, я всегда насторожена. А здесь нет, он все, это бесплатно. Приятно, вот вы видите, ребята, какие встречаются арабы, что хотя он христианин, он показал иконку, верящий христианин. Реально, приятно, очень даже так это. Я прям тоже не ожидал. Ладно, конфетками угостил, а потом уже на выходе он... Дринк, презент. Я не поняла, что... И... Да, ну вот, показали, мы вышли с отеля, и вон наш отель. Нубия впереди, даже аквапарк виден. Так что мы двигаемся сейчас обратно. Да, во-первых, более приемные цены, потому что вы видите, вода 11 литров. Здесь, где мы были, 18 фунтов, да, это $1. А впереди вот этот магазинчик, он сказал 35, это уже 2 с чем-то доллара. Ну вот вы понимаете, в чем разница, что стоит пройти здесь буквально 20 метров и купить мы более приемлемым ценам. Да еще подарками вас одарят.
Кока-кола. Да. Кстати, а напитки здесь, они, хочу сказать, что не сильно такие прям дешевые, потому что он же нам это все в стекле, вот это вот одно, да, стекле, да, он дал. Да, да, куплет дал, ну, и одну в баночке. Такую баночку. Да. Ой, так что примерно, ребята, мы показал, я показал, уже обзор делать не будем, что мы приобрели. Но мы приобрели это для того, чтобы сделать, да, торт. Да. Как... Я не знаю, как я его сделаю, потому что... Потому что, ну, в Египте еще Катя не пробовала делать торт, так что мы попробуем сегодня вечером изготовить торт. Ну, а на этом будем заканчивать, да, свое видео. Так что до встречи. Пока-пока.